Анонс и точно дата выхода 4 серии турецкого сериала «Ребенок. Тайна матери». 4 серия сериала выйдет в эфир 27 апреля. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как Мерьем позвонила Дефне и узнала, что у нее начались роды. Дефне попыталась дозвониться мужу, но он не отвечал на ее звонки. В этот момент ей позвонил Садун и узнал, что Дефне скоро родит. Он сразу же отправился к ней домой, а затем повез в родильное отделение. Когда Дефне родила сына и пришла в сознание, то стала интересоваться про ребенка. Садун постоянно находился рядом с ней и сказал, что с ее сыном все в порядке. Дефне очень благодарна Садуну, что он поддерживает ее и помог доехать до больницы. Мерьем под видом медицинского работника проникла в больницу и похитила ребенка Дефне. Дефне находится на грани отчаяния, и она умоляет Садуна, чтобы он нашел ее ребенка. Чинар, узнав о том, что случилось, находится вне себя от злости. И он обещает, что сотрудники этой больницы еще ответят за все. Садун пытается успокоить Чинара, но у него из этого ничего не выходит. Чинар сказал Садуну, что он не сможет понять, так как это не его ребенок пропал. Но Садун напомнил Чинару, что когда его сын появился на свет, то именно он был рядом с Дефне. Вскоре Дефне приходится столкнуться с некоторыми фактами, которые для нее стали большой неожиданностью. Когда в двери дома, где жила Мерьем, постучали, и она открыла, то испугалась, увидев на пороге Дефне. Напомним, 4 серия сериала выйдет в эфир 27 апреля. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.